या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ नमो नमः श्रीमीराम्बिकायै। ॐ नमो भगवते श्रीअरविन्दाय। ॐ नमो नमः श्रीमीराम्बिकायै। श्रीअरविन्दशरणं नमः। इदमेन अग्ना इच्छमानो घृतेन, इदमेनाग्ना इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय, यावद् इषे ब्रह्मण वन्दमान इमां धियां शतसेयाय देवीम्। С желанием я совершаю воззрение, о огонь, с помощью топлива, проливая ясность ради быстроты и ради силы, пока наделен я властью, совершая поклонение словом, я возношу к тебе ради покорения сотен эту божественную мысль. Вот здесь мы остановились в прошлый раз. Идмена гаритена, этой горящей ясностью, или все вскармливающий свет ясностью. Вот так. То есть топливо – это то, что вскармливает свет, да, то, что дает гореть свету. Вскармливающий ясностью свет. О Агни, я ищу, или ищу, что я ищу? Я ищу или устремляюсь к чему? Устремляюсь к скорости и силе. Я ищу скорости и силы, о Агни. Я возливаю призыв, я приношу свой призыв тебе, ища скорости, быстроты продвижения и силы, принося это возлияние своей, как это, сияющей или поддерживающий свет ясностью. Поддерживающий свет ясностью, я ищущий скорости и силы, я ищущий или желающий божественного мысли, я перескочил на вторую строчку, Дхьян Дэвин, ища реализации сотен. Делаю свое подношение, джугоми авьям. Я создаю призыв тебе, о Агни.
возлиянием ясности, которая вскармливает свет для реализации скорости и силы, для получения сотни. Сотня — это полноты, для реализации полноты своего сознания. И тут еще одна такая вставка. Явад ише брахмана вандамана. Поскольку или насколько я могу обладать собой, ише, насколько я владею сам собой, восхваляющий гимном, восхваляющий этим словом, которое поднимается из глубины сердца. Насколько я обладаю собой и восхваляющий гимном, который поднимается из глубин моего сердца, я приношу этот призыв, я призываю тебя возлиянием ясности, вскармливающий свет, ища реализации в силе и скорости и в полноте божественной манифестации. Такие какие-то тут довольно сложные связи синтаксические. Я в этой шее брахмана вандамана, и поскольку и насколько я владею самим собой, восхваляя тебя словом, поднимающимся с глубин моего сердца, приношу я тебе этот призыв, эту мысль божественную для реализации скорости, силы и полноты действием возлияния этого ясности, то есть, которая вскармливает свет, о Агни. То есть у меня есть определенное качество уже, то, которое я создал сам в себе, вот эта ясность, которой я сейчас поддерживаю этот огонь, который возгорается во мне, в поиске силы, полноты и быстроты продвижения. И вот эта гавья, которую я приношу. Очень красиво, очень красиво. И у меня сразу вопрос, как создать эту ясность себе, потому что уже знаешь это состояние, оно человека посещает. Но как его добиваться? То есть я даже, то есть оно приходит абсолютно стихийно вот у меня. Ну да, вначале оно будет приходить как-то стихийно, какими-то всплесками света, какими-то неожиданными открытиями, как бы само по себе. Потому что много было уже запросов внутри нас, то есть призыв уже, да, уже сделан, и поэтому должен быть ответ. И вот ответ — это вот это все трансформирующее ясность, которая вскармливает свет, вскармливает наше устремление, которое поднимается в нашей природе, не только в сердце, но и в теле, и в витальном, и в физическом, и в ментальном существе возгорается свет, возгорается жар, жар устремления к божественному, жажда реализации, божественная реализация в нас, в нашей природе. Это есть Агни. Вот он возгорается
принесением этой ясности. Она каким-то образом вскармливает этот свет, возгорающийся в нашей природе. Но здесь все очень запаковано. Один стих дает весь как бы набор всех каких-то... О, привет, Нелли. Здрасте, здрасте. Вы пришли, я вижу. Да, у меня тут слушатели вольные. Ну, привет, вольные слушатели. Поздоровайся. Скажи, здравствуйте. Видно. Злата, поздоровайся с Владимиром Васильевичем. Скажи, здравствуйте. Вы, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Так вы только сейчас выходите на связь. Я думал, что... Да. Окей. Тогда... Да. Мы уже начали полчаса назад. Но мы тут много уже наговорили. Сори. Я что-то смотрела на время. Время я не смотрела тоже, да. Ну, ладно. Ну, Володя, в одном сообщении было написано в 9 часов. Это календарь пришел, а другое сообщение из старых, там было 9:30, действительно. Я да, это сама видела. Последнее 9:30, поэтому даже не записывала. Да, это в письме было, поэтому я решила, думаю, пораньше уж, лучше раньше, чем позже. Вот поэтому нас так мало. Угу. Ну, ничего, ничего. Ладно, мы еще, да, это была перемена времени, да, в прошлую неделю. Календарь сместился. Москва осталась, а Осло сместилось. А у меня по Осло календарь. А, мы не перешли на летнее время в Москве? Да. Опять не перешли. Вы остались на прежнем, да. Нехорошо. Все по-прежнему, да, осталось. Все у нас по-прежнему. Нет перемен. Никаких. Да, пошутить. По-прежнему сказать. Все по-прежнему. Ты, Володя, пошути, а нам все равно будет грустно. Да. Как дела? По-прежнему. Так у нас по-прежнему и есть. Застой же, господи, так вот оно и есть. А Брежнев это были неплохие времена, кстати. Одни из лучших. Ну, да, для... Тихо, спокойно. Для определенной категории людей. И болотисто так, спокойненько. Сидели тихо, поквакивали. Всем довольны, пузики поглаживали. Правда, правда. Привет, Николай. Здравствуйте. Окей. Друзья, так мы можем тогда сместить на то время, которое у нас, то есть обычно, да? То есть какой, сколько у вас сейчас? Который час у вас? 9:30 утра. 9:30. Хорошо, тогда я смещу на полчаса вниз, чтобы у нас получилось 9:30 в следующий раз тоже. Если вас устроит. Да. А тебе удобно, Володя? Да, мне удобно. Ну, то есть, ну, абсолютно удобно. Хорошо. Ну вот мы здесь как раз рассматривали вот это вот то, на чем мы остановились. И этот стих, конечно, он очень запакован многими значениями. Идгнена, гретена, то есть ясностью, которая поддерживает возгорание света. То есть ясность, которая дает свету или силе света возгораться. То есть агни дает. Она поддерживает горение агни в нашей природе, в нашей физической, витальной, ментальной и нашей душевной, сердечной природе. То есть я ищущий и чаманам, а я ищущий тарасе балая, реализации скорости и силы, реализации полноты шатасе яя, призываю джгоми авьям, предлагаю это приношение. Как
каким образом предлагаю? Возлиянием о той ясности, которая поддерживает возгорание огня в природе. Вот такая какая-то комплексное видение. Очень трудно его распаковать. Давайте я еще раз прочитаю. Желанием я совершаю возлияние о огонь, с помощью топлива проливая ясность ради быстроты, ради силы, пока наделен я властью, совершая поклонение словом, я возношу к тебе ради покорения сотен эту божественную мысль. Вот эта вторая строчка. Пока я владею собой, явад ише, пока я во власти сам собой, или пока я властелин или мастер, да, вандамана, брахмана, восхваляющий словом, которое поднимается из сердца, имам дхиям, эту божественную мысль девин шатасеяя для реализации сотен. Сотня имеется в виду полнота. Для реализации божественной полноты эту божественную мысль я восхваляю словом, которое поднимается из глубины сердца. Пока я владею самим собой. Очень какая-то упакованная мысль. Трудно ее распаковать. Каждый раз я читаю эти строки, и все время новые какие-то мысли приходят. I desire and offer the oblation of fire with the fuel, the pouring of the clarity, for speed, for strength, until I have the mastery, adoring with the word. I lift to thee for the conquest of the hundreds, this thought divine. Шиобинда по-другому немного это все говорит, переводчик не смог это перевести адекватно. Пока наделен я властью, это не точный перевод. И пока есть у меня сила, это тоже не точный перевод. Until I have the mastery. Нет, нужно перевести по-другому. Пока я не приду к абсолютной реализации. До самой абсолютной реализации, да, я буду делать это, да, пока я абсолютно не стану обладателем своей природы. Вот так. Пока я не стану Господом своей природы. Это чуть-чуть другой смысл. То есть ясностью, которая поддерживает свет у Агни, я ищу выражение силы, скорости и божественной мысли. Снова. Ясностью, которая поддерживает возгорание, устремление в моей природе у Агни. В поиске силы, скорости и полноты я приношу тебе эту высшую божественную мысль, выражая ее в слове, поднимающемся из сердца, до самого конца, пока я не стану обладателем этой природы. Я не уверен, вы смогли проследить связь этих мыслей?
они связаны или они не связаны? Где-то происходит какой-то перераздел мыслей, да, они не в одной цепочке, как бы. Ну, по мне, так здесь первая часть – это разговор о своем единстве, вот как, ну, суть какая-то, как единая. А дальше вот тысячи, вот эти сотни, да, это как мои части, которые я должен их объединить и вознестись, ну, то есть вознести к тебе. Интересно. То есть действительно такие две части, как проблема в том, что я вот, меня много, то есть много всяких вот этих вот эго-конструкций, которые я должен объединить. Вот так я понимаю. Да, много планов сознания, которые должны объединиться под эгидой вот этой вот божественной мысли. Да, да, и они вот как раз и растаскивают, вот основная проблема. Это вот как раз, что у меня так много вот этих всяких частей моих, которые все хотят, ну, тянуть одеяло на себя, и их очень сложно организовать в единое. Вот это основная работа вообще сознания человеческого. Смешной образ – тянуть одеяло на себя. Ну, это да, это эго, эго-конструкция, они же все хотят. Да, вот такая снова такая, я не могу еще проникнуть до конца, я чувствую глубину этого выражения. Где-то здесь скрыто какое-то видение такое фундаментальное, да. То есть я приношу вот это приношение, джугу мигавья, я, который ищет, ищет, устремляется к скорости, силе и выражению вот этой полноты, завоевания сотен. То есть завоевание сотен под эгидом одной объединяющей божественной мысли, которая выражается через вот это вот устремление или слово, поднимающееся из сердца. И все это я делаю принесением ясности, которая поддерживает горение, устремление в моей природе. Слишком комплексное видение. То есть ясность я приношу для возгорания огня, устремления в моей физической, витальной, ментальной, душевной природе. Вот оно все возгорается. И этим самым я призываю божественную реализацию, полноту. Или я призываю вот эту божественную мысль, все объединяющую для реализации сотен. Не, это я делаю, вознося молитву, поднимающуюся из сердца. Снова другая форма выражения. То есть здесь и чаманах, ищущий, вандаманах, так сказать, совершая поклонение словом, да, в вандаманах, поклоняющиеся брахмана, словом поднимающиеся из сердца, ищущий в одной строчке, ищущий, я приношу приношение, а в другой я овладею собой или обладаю собой, или обладаю той мыслью божественной, приносящей поклонение слову. В первой части приносящей поклонение или ищущей благодаря принесению в жертву своей ясности, которая поддерживает огонь, а в второй части приносящей поклонение словом. Словом и ясностью, может быть, мыслью и словом.
мыслью, которая возгорает огонь, я призываю или делаю приношение и словом. В общем, сложный текст. Вот это действительно очень сложная строка, как это. Все слова понятны, а вот увязать в одно видение. Не хватает мощи, не хватает силы. Вот. Ментальной силы. У Агни, лелея желание вместе с дровами и жиром, я возливаю жертву для бодрости и силы, насколько я способен, прославляя тебя молитвой. Я приношу тебе эту божественную поэтическую мысль, чтобы добыть сотни. Вот Елизаренкова и Чамана выделила в отдельное «лелея желания», не связывая его, не давая никакого объекта, чего я ищу. Да? Я это связываю с объектом, то есть создательным падежом здесь, ищущие ради чего-то, то есть устремляющиеся для чего. Я устремляющийся возлиянием ясности, которая поддерживает возгорание света. Я устремляющийся ради силы, ради скорости и реализации сотен, приношу этот призыв, призываю тебя или делаю это подношение божественным силам или тебе, о Агни, я отдаю это приношение, я отдаю эту божественную мысль. Воспевая слово, поднимающееся из глубины сердца. Пока я не смогу полностью овладеть собой. Или можно перевести «ища своей абсолютной реализации». Окей, давайте поймем следующий стих. Вот этот стих мы еще не читали. «Ут шочиша сагасаспутрастутах брехадваях шашаманешу дхейхи ревад агне вишвами трешу шамьох Мармриджма те тануван бхури критвах. Утвержденный нашими восхвалениями, вознесись своим пламенным светом. Или пламенем света, о сын силы, заложи основу огромного расширения в нас. Тех, кто трудится, щедро заложи в вишвамитрах покой и движение. О, огонь! Много раз мы создавали яркость твоего тела. Вот здесь такая интересная, много раз мы создавали или дословно очищали твое тело для света. Вот это говорит о том, что огонь сам в нашей природе, это мы и есть, собственно говоря. Но его нужно очистить, ему нужно дать возможность проявиться. Ну, давайте по словам прочитаем. Учо чиша
Сагасаспутрастутах. Ут вверх. Да? Шочиша. Шочиш – это вот пламя или свет. Пламенем ввысь. Сагасаспутра – осин силы. Стутах. Ты утвержден. Ты утвержден или восхвален? Ты восхвален нашим утверждением тебя в себе, этим пламенем ввысь. Брега двоях и огромное расширение. Шашаманешу дхеги. Ты, о Агни, утверди в нас. Тех, кто работает здесь, то есть в тех, кто трудится здесь для реализации Божественного, в нас ты утверди это огромное расширение. Ревад агне вишвамитрешу шамьоху. Да будет так сказать. И в Вишвамитрах, то есть в сыновьях Вишвамитры, в его роду, среди риши его рода, о Агни Шам-Йох, будет счастье и благо, как это переводят часто. Шри Аубиндо это переводит покой и движение. Да будет в Вишвамитрах покой и движение, исполнено свет, исполнено сознание. Елизаренко переводит богатством на счастье и благо. Потому что ревет – это тоже богатство, но это тоже светящееся богатство. То есть исполнено свет. Рай, от корня рай, рей. Ревад, обладающий богатством, обладающий светом, сиянием. Да будет наш мир и движение. Мармриджмате, we make bright many times over thy body. Мы много раз создавали яркость твоего тела. Вот это то, что мы создавали яркость твоего тела в нас самих, говорит о том, что Агни, собственно, скрыт в нашей собственной природе, и мы его манифестируем, создавая яркость нашего собственного тела, наших тел, нашего физического, ментального, витального и духовного тела. Мы начищаем их, и они возгораются. Мармриджма – это от корня мридж – чистить, вычищать до блеска. Мы так сказать, вычистили до блеска не один раз твое тело. То есть, если вычистить наши тела, наше витальное, ментальное, физическое тело до блеска, то появится Агни. Появится духовное существо. Такая новая идея, которой у нас раньше еще не было. Отсюда все вот тапасвины, там, подход к тапасье. Тапасья – это не что иное, как действительно начищение этих тел до блеска, пока не проявится божественная сущность.
Если бы мы оставались постоянно в этом сознании, в котором нам приходится, нужно начищать наше витальное, ментальное, физическое, духовное тело до блеска, то это было бы, собственно, самым важным, как бы самой важной работой в нашей жизни. Она должна происходить непрерывно. Но из-за того, что она прерывается и снова и всякими отвлеченными движениями нашего эго, всякими желаниями, всякими страхами, на нас набрасывает пелену витальные силы, заблуждения и так далее, мы прерываем это начищение наших тел до блеска. И забываем о том, что нам нужно делать. И уходим в сторону на какое-то время. Но если бы мы могли только сконцентрироваться на этом, на этой основной работе, проявлении божественного в природе, то это было бы самым, наверное, самым действенным средством к реализации. И совсем не сложно было бы, честно говоря, это сделать. Ну да, тягаем, как Елизаренкова переводит. Высоко взметнувшись пламенем, о сын силы, прославленный, надели жизненной силой тех, кто трудится на жертвоприношениях. Высоко взметнувшись пламенем, о сын силы, прославленный, наделись жизненной силой тех, кто трудится на жертвоприношениях. Потомков Вишвамитры, о Агни, богатством на счастье и благо, много раз начищали твое тело. Ну и вот последний стих этого гимна. Крыди ратнам, сусанитар, Дхананам, садхет агнен бхавасият самиддах, стутух дуроне субхагасья реват, срепра карасна, дадхишева пумши. О завоеватель богатств, сотвори нам экстаз. Такой, каким ты сам становишься, когда пылаешь высоко. В доме со вратами твоего почитателя, счастливого ты усиленно и щедро поддерживаешь свои плавно движущиеся тела, изливающие сияние. Креди ратнам, сделай богатство, или как Шри Аурбиндо переводит, a conqueror of riches, Susanitar, create for us the ecstasy, креди ратнам. Ратна, как богатство, он переводит как экстаз. Сотвори нам экстаз, о завоеватель богатств. О совершенный завоеватель, Сусанитар, тот, кто абсолютный завоеватель богатств, сотвори для нас этот экстаз. Садхет агне бхаваси яд самитах. Ты действительно, о Агни, становишься тем,
ты становишься собой, когда возгораешься. Каким ты сам становишься, когда пылаешь высоко? Такой, каким ты сам становишься. То есть создай для нас то наслаждение, какое ты представляешь, когда возгораешься. То есть мы хотим быть твоей сущностью и испытывать то блаженство, которое ты испытываешь, когда возгораешься. Стоутух, того, кто тебя утверждает, дуроны, в своем доме. Того, кто обладает совершенным блаженством, субхагасья, ревот. Вот это богатство. Богатство совершенного блаженного утвердителя тебя в своем доме. Твои, так сказать, руки, дословно, карасна, твои движения, тело, вапунчи, срыпра, такие, как ползучие, или какие-то плавно движущиеся руки, или плавно движущиеся движения. Кара – это рука, и кара – это от корня кри делать, твои плавно движущиеся акции, исполненные сияния или исполненные красоты сияния вапунши, воплощающие красоту сияния, дадхиши, ты утверждаешь. Ты утверждаешь свои плавные движения, создающие эти миры карасна, исполненные или изливающие сияние. Ну вот Елизаренко переводит: «Создай нам сокровище, о прекрасный завоеватель наград. Ведь ты действительно таков, о Агни, когда тебя зажгли. Богатство в доме осчастливленного восхвалителя. Ты обладаешь ползучими руками, красивыми обличьями». Она переводит: «Ты обладаешь», а я перевожу: «Ты устанавливаешь». А Шри Аурбиндо переводит: «Ты щедро поддерживаешь». Если мы свои поменяем, ты обладаешь, ты поддерживаешь свои плавные движения прекрасных светоносных обличий, то это немного другой контекст. Ты не просто обладаешь, а ты удерживаешь, поддерживаешь в нашем доме или устанавливаешь в нашем доме счастливого восхвалителя в его доме. Эти движения твои, которые создают карасна, которые постоянно создают какие-то новые формы жизни и сознания. Карасна, то есть обладающие руками. Карасна – это вот эта часть руки. Да? То есть вот эти вот движения. Но от корня кри делать. Ну вот весь гимн. Хорошо, давайте тогда здесь остановимся. И если есть какие-то у вас... Этим поделиться чем, пожалуйста.
Можем заново все еще перечитать весь день, чтобы, может, попробуем увидеть все вместе. О, огонь! При нашем приближении к Тебе стань благонамеренным. Достигая нашей цели, как друг расположен к другу, как отец и мать к своему ребенку, ибо эти миры рожденных существ полны зла. Дотла сожги враждебные силы, которые выступают против нас. Выжги полностью врагов внутри нас. Выжги самовыражение врага, который готов сражаться против нас. О, властелин богатств, сожги сознательные в знании силы неведения. Пусть широко распространятся нестареющие, наступающие языки Твоего пламени. С желанием я совершаю возлияние, о огонь, с помощью топлива проливая ясность ради быстроты, ради силы. Пока наделен я властью, совершая поклонение словом, я возношу к Тебе ради покорения сотен эту божественную мысль. Я утвержденный ум, утвержденный нашими восхвалениями, вознесись своим пламенем света, о Сын силы. Заложи основу огромного расширения в нас, в тех, кто трудится. Щедро заложи в Вишвамитрах покой и движение, о огонь. Много раз мы создавали яркость твоего тела. О, завоеватель богатств! Сотвори нам экстаз, такой, каким ты сам становишься, когда пылаешь высоко. В доме со вратами твоего почитателя, счастливого, ты усиленно и щедро поддерживаешь свои плавно движущиеся тела, изливающие сияние. Какими надо было быть поэтами, чтобы писать такую поэзию? Да, и какими надо было быть садхаками, чтобы переживать все это, да, но это одно и то же, конечно. Ну. А вот, знаешь, у меня вот такое ощущение, особенно четвертый, пятый, что речь идет о такой полной самоотдаче и самоотождествлении с этим огнем внутри нас, что он становится нами, или мы им становимся, и работа уже просто отдана божественному целиком, и нас как бы нет, и тогда идет работа. Ну, правильно, да. Здесь такая интересная идентификация, мы не раз начищали твое тело в нас самих, имеется в виду, да? То есть, когда мы начинаем светиться им, то у нас уже нет, собственно говоря. Нас тех, которые да. и начищали, и те, которые искали его, да, потому что мы, как те, которые это делали, собственно говоря, те, которые не были им и хотели быть им, перестаем быть, потому что он становится нами. Да, да. У меня тоже такое же. Ощущение. Да, это огромное освобождение. Тогда больше нету завязки на свое, собственно, отдельное бытие какое-то.
И этот огонь — это универсальный огонь, да, нашей природы, устремление. Да, такой вот гимн. Такой миската. Ну, сначала, видимо, вот все вот эти враги, внутренние и внешние, они должны быть побеждены. Вот это вот и есть процесс освобождения, да? Вот этих самскар внутренних, вот этих субличностей, всего-всего. Только потом он может высиять так, что нас совсем уже растворит. Да. Ну, может быть, они тогда тоже будут иметь место, то есть борьба будет продолжаться, но она уже будет носить какой-то внешний характер по отношению к нам. То есть, когда идет полное возжигание уже твоего ментального, витального и физического существа, то есть проявляется их божественная сущность, то, наверное, будет еще идти сражение с силами тьмы, то есть этими, которые будут подниматься из несознательного, да? Но это будет уже носить такой характер, как боги, например, сражаются с асурами, да? То есть у них идет война, действительно, но она уже не того характера, она уже внешнего какого-то характера. Да? То есть фронт на фронт. То есть фронтальная борьба. Но это уже другая вещь. То есть узнаешь силы, которые вне тебя, да, как вражде, с ними имеешь дело. А пока у нас идет еще вот это выяснение в самих себе, да, то есть у нас враги внутри, поэтому Риши говорит о внутренних врагах. Да. Выжги внутренних полностью, выжги полностью врагов внутри нас, антаран, амитран, те, которые внутри. Они-то и есть самые главные враги. Это даже доходит до того, что в Гите Кришна скажет, что в принципе у нас нет внешних врагов, да? У нас есть лишь внутренние враги. Там есть такой стих в шестой книге, в шестой главе, где он говорит: человек только сам себе друг, только сам себе враг бывает. Пусть себя он собою поднимет, пусть собою себя не уронит. Кто себя победил собою, тот становится сам себе другом. Но кто сам над собою не властен, словно враг, он себя ненавидит. Вот это вся идея того, что наши враги и друзья — это мы сами и есть, собственно говоря. Это все внутренние процессы. Пока я сам себя не победил собою, я буду словно враг себя ненавидеть. Интересная такая идея. Гита — это тоже одна из книг, которую нужно, собственно, перечитать по-другому. Да, хорошо, друзья. Ну, тогда, если ничего больше нет, то я... Я перенесу на полчаса. Мы начали на полчаса раньше, потому что я думал, что мы начинаем... какое-то время. Сейчас я гляну немножко календарь, мы установим правильное время, чтобы больше меня не конфузить ничего. А то произошел переход этого календаря, то есть на летнее время. И я хочу тоже нас сместить. То есть у нас 8 часов по Ослу, то это было 10, то есть я вас должен сместить на 8.30. 8.30 — это 2,5 часа разницы. Да?
2,5 у нас разница. Который час у вас сейчас? Ну, у нас 10:15 на Украине. И в России тоже. Мы сейчас с Россией стали. Да, 10:30. Окей, 10:30 тогда оставим, да? Наше время. Поздновато. 10:30 это по Осло, да? О, извиняюсь, это 8:30 по Осло. Через 2 часа 10:30, по-вашему. Я думал, 10, было на 10 поставлено, но вы пришли на полчаса раньше, то есть я не пойму, как, то есть со временем. Нам нужно в 9:30 оставить, как было всегда. 9:30 вряд ли получится, потому что у меня есть перед этим урок. Но если я поставлю на 8, Осло, то есть это 10. 10 это лучше? Но вы сегодня не пришли в 10, пришли в 10. В 9:30, как обычно мы пришли, по-нашему. Я не могу... По Осло это значит... 7:30, если 2 часа разница. 7:30 по Осло. У вас сейчас 10:45, да? 10:15 сейчас. Полтора часа разница тогда у нас. Это между Индией, да, сейчас? Да, то есть у вас сейчас 10:15, а час разница, всего час с Осло разница. Понятно. Ух, все так перепуталось. То есть 9:15 это у нас по Осло сейчас, по-вашему 10:15. У меня вот это вот, что вы видите, это ословский календарь, потому что я не могу смещать. Если я смещу на индийский, то у меня вообще ум за разум заедет. Я не смогу понять, как связать меня тогда с вами и с Штатами. Там все как бы, Штаты 6 часов разница и Австралия 8 часов разница, то есть... по Ослу. То есть, если я смещу в индийский, у меня совсем другие разницы. Да? И я не смогу это удержать в голове. Так что, в 8:30 у нас тогда будет? Или в 8 по Ослу? 8 по Ослу я могу оставить. 8, это значит, получается, час разницы, это в 9 у нас. Да. Хотите 9:30, да? 9:30? Ну, да, хорошо. Если можно оставить вот наше время 9:30, если ты можешь так сделать. Да, могу, мне удобнее. Тогда по Осло будет 8:30. Окей, 8:30 по Осло. Окей, так и сделаем. Отлично. Ну, хорошо, тогда до следующего раза, да? Володя, у меня вопрос, связанный с четвергом. У нас будет занятие санскритом все-таки? Конечно. Ты же уезжаешь, ты говорил. Дели. Да, я уезжаю, да. Подождите. У нас санскрит — это 2 часа. По Осло, это... По Осло в 3 Москва. 3 Москва. И по Индии, да, будет. Потому будет. Что это вечером. Хорошо. Так же и Савитри, да? Савитри еще позже, да. Отлично. Хорошо, спасибо, все. Угу. Все, тогда закрываем мантры.